Осенью этого года откроют Фрунзенский мост. Одновременно в порядок приведут ближайшие улицы. Этот вопрос волнует местных жителей. Их беспокоит, когда будут посажены новые деревья, как будет организовано водоснабжение их домов и когда благоустройство дойдет до их района. Нам впоследствии надо, чтобы была дорога, чтобы у нас въезды были в наши дворы, потому что у нас машины в каждом дворе. Вот нам, чтобы вот это все нам сделали, благоустроили. Тем более такое строительство, такой мост. Мы его ждем, надеемся на лучшее. В ближайших планах строительство дороги по улице Крупской. Сейчас же перекладываются коммуникации на улице Фрунзе. Затем она будет благоустроена, как и улица Комсомольская. Я считаю, что любое благоустройство, которое здесь, территории нашего района, принесет пользу нашему району. Здесь будет хорошая дорога, здесь будет мост, большая проходимость через наш район. И это привлечет больше людей в наш район. Будет развиваться и предпринимательство, и бизнес. Мы общаемся постоянно с жителями и выясняем их чаяния, проблемы. Да, понятно, что и проект очень сложный, и он такой масштабный, и всем угодить в один момент не представляется возможным. Тем не менее, мы ищем постоянные компромиссы. Вот сейчас была встреча с подрядчиком «Мосты и тоннели», с представителем Министерства транспорта. Эта встреча не последняя. Уже скоро представитель администрации района обсудит с жителями проект благоустройства этой территории. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Сергей Баскин. События.